конец августа 2017 года мы решили сходить на гору с флагом. Вот, сейчас находимся почти у самой вершины. Здесь промежуточная точка, открывается живописный вид на гору Тахталы, на которую есть подъемник. И внизу небольшая, такие две горочки в виде пальцев, скажем так. Вот. Видна дорога автомобильная и какой-то населенный пункт. Под нами, скорее всего, Кириш. Какая-то оса увязалась. Значит, вдалеке мы видим отель Дайма. Вот в виде таких корабликов. И там построили недавно, где-то в 2015 году, аквапарк. Вот вы видите такие горки цвета бирюзовой волны. А чуть левее находится отель, как раз в котором мы остановились. Лимок Лимра Парк Хоутел. Сюда мы пришли вот по этой дорожке. Вот до этого шли по лесной тропинке. И вдоль этой тропинки есть метки красно-желтые, поэтому заблудиться сложно. Даже здесь, на вершине горы, есть урна.